Добрый день. Хочу вашему вниманию представить сумку для фотоаппарата известной американской фирмы Low Pro, произведенного, соответственно, в Китае. Серия Nova 140 AW, ну или сокращенно, то есть всепогодная, All Weather обозначает. Данная супочка предназначена для фото-видеоаппаратуры, ну, в данном случае для зеркального фотоаппарата. Ну и как гласит маркировка, во-первых, все погодное. Дальше помещается зеркальная камера, то есть объектив. Также может быть небольшая фотовспышка, ну и карта памяти. Так, вот выполнено из черного нейлона. Здесь есть кармашки, есть, соответственно, для зацепки ремня. Также есть клейки для продевания ремня, то есть напоясная установка с этой стороны, чтобы что-то положить незначительно. Дальше есть внутренний карман. Здесь нужно разместить всякую мелочевку. Так, есть клипсы, благодаря которым открывается. Отсек приема. Так, ну и здесь есть небольшие карманы для размещения различной мелочевки, в том числе и карт памяти, чтобы они не болтались, непосредственно размещенные были в карманах, для них предназначены. Так, вот внутри есть, соответственно, плечевой ремень, который подключается при помощи карабинов. Ну, тут какой-то кожзам для того, чтобы плечо было удобно. Так, ну и есть регулировка высоты в зависимости от того, какой у вас человек. Так, внутри есть три отсека, ну, как вариант под фотовспышку, то есть под камеру и основной объектив, ну и небольшой вспомогательный объектив. Можно даже продемонстрировать, то есть как помещается камера. То есть сюда можно положить. То есть, ну, достаточно места для размещения, соответственно, камеры. Спокойно, свободно она помещается. И есть место для объектива небольшого, ну, приблизительно такого же размера, то есть 18-55, думаю, что свободно влезет, ну, либо меньше каких-нибудь фиксов. Так, есть тут еще один карман тоже с размещением иголки, например, разместить аккумуляторы, ну, либо другие какие-то мелкие вещи, для того, чтобы было все это удобно переносить в одном комплекте. Сумка специально бралась для того, чтобы помещалась помимо основной камеры еще и хотя бы один объектив, ну и не помешает в дальнейшем место под вспышку, ну либо под какие-то небольшие вспомогательные мелочи. Так, еще один есть момент в этой сумке. Так, ввиду того, что он предназначен для всепогодного исполнения, то есть здесь есть, соответственно, чехол для того, чтобы, например, дождь либо сырой снег,
То есть ваша сумка не промокла. Внизу есть карман на липучках. Так, ну из которого достается чехол, благодаря которому, то есть он успешно одевается на саму сумку. То есть есть приспособленное отверстие под замки защелкивания. То есть, ну и в таком виде. То есть вы можете в непогоду обезопасить сумку для переноски вашей камеры. То есть, ну, покупкой я доволен. То есть все, что я хотел увидеть и разместить внутри без проблем размещается. Это удобно для переноски, это все. Так, ну и всем рекомендую для покупки, чтобы переносить камеру, объектив, помогать мне в этой сумки. Всем спасибо за внимание и до свидания. Всем удачи, пока.